Можно ли определить Бога без сверхъестественности? Бог — духовное существо с неизменными признаками и силой, являющимися сверхъестественными. Он свободен интерпретировать время и приступить природные законы этого мира когда угодно, где угодно и как угодно. Даже в словаре мы находим, что Бог сверхъестественный. Это означает, что при отсутствии сверхъестественного это не Бог. Если кто-либо утверждает, что верит Писанию, то первая истина, которую он должен понять, это то, что христианство основано на сверхъестественном. Чудом произошло зачатие ребенка девственницей. Его рождение, его жизнь, его смерть и его воскресение — все это выходит за рамки естественного. Но там, где заканчивается служение Иисуса на земле, там начинаются жизнь и служение Его Церкви. Как мы можем ощутить сверхъестественного Бога? Я полагаю, что мы не можем определить Бога вне сверхъестественного. Когда девочке было 2 года, хлеборезка искалечила ее палец на месте второй фаланги. Другими словами, она потеряла палец, но ее палец начал снова расти. Это еще одно чудотворение. Это было бы оскорблением Господа, если сказать, что Бог не сверхъестественный. Если мы говорим, что Бог не сверхъестественный, мы говорим, что Бог естественный. Поэтому как Бог, которому мы служим, в таком случае может управлять выходящим за границы естественного? Сынок, почему ты плачешь? От радости. Они тебя отправили из больницы, чтобы умереть дома? Что ты чувствовал, сынок? Я очень боялся. Ты очень боялся, поскольку ты должен был умереть? Если мы говорим кому-то о сверхъестественном Боге, мы являем того, кто может сделать что угодно, ведь для Бога все возможно. Библия описывает Его как всемогущего, как великого «Я есмь». Священное Писание от Бытия и до Откровения изобилует сверхъестественными Божьими деяниями. Он находился в инвалидном кресле, не мог ходить, передвигаться. Врачи не давали нам надежды, потому что они не могли сделать пересадку почки, печени и сердца. Они сказали, что это ему не поможет. Согласно этого, ничего нельзя было сделать. Но теперь мы пришли сюда, и, слава Богу, он бегает и прыгает. Я благодарна Господу за это. Дочь, как они называли его болезнь? Он страдал почечной недостаточностью. Его печень была очень маленькой, а сердце увеличено. И врачи никак не могли помочь ему. Поэтому они сказали мне забрать его домой и ждать момента, чтобы умереть. Почему ты плачешь? Я счастлив. Они отправили тебя домой, чтобы умереть. Что ты чувствовал, сын?
Я очень боялся. Ты очень боялся, потому что ты должен был умереть. Мама, что вы чувствуете? Я счастлива, потому что я знаю, что у меня есть лучший доктор. Когда врачи не дали ему надежды, Бог дал, потому что мой сын со мной, он здоров и исцелен. Что ты хочешь сказать Иисусу? Спасибо за новые органы, которые Он дал мне. Библия очень четко говорит о том, что Иисус Христос на кресте высвободил Божью благодать, которой можно угодить Богу. Религия не может произвести ни одной перемены внутри нас. Я была официально признана слепой. Я не могла видеть. Мозг не подавал сигналы зрительным нервам. В моей медицинской карточке записаны характеристики человека с синдромом Дауна, человека, у которого имеется опухоль мозга, а также водянка головного мозга и отсутствует активность головного мозга, хотя я прекрасно функционирую. Ей поставили диагноз «опухоль мозга». По этой причине она была официально признана слепой. Она пришла сюда, и после того, как многие из нас молились за нее, она прозрела. Затем она пошла в больницу, где ее лечили. Она увидела, как люди стоят в очереди, чтобы получить очки. Она им сказала: «Давайте мне все ваши назначения, и я дам вам всем бесплатные очки сегодня же». Она привела их в Дом мира, помолилась за всех, и у них оказалось совершенное зрение. Она сказала: «Это те бесплатные очки, о которых я вам говорила». То есть вам официально заявили, что вы полностью слепа? Да, официально была признана слепой. 3 недели назад я была в больнице, и там мне сказали, что все мои зрительные нервы мертвы. Они сказали: «Ты не можешь видеть, потому что все твои зрительные нервы мертвы». А я им говорю: «Как вы можете говорить, что я слепа, если я вижу все ваши цифры и буквы?» Меня остановил полицейский и попросил предъявить водительское удостоверение и страховку. Я объяснила ему, что у меня нет удостоверения и нет страховки. Тогда они решили подождать другую машину, чтобы отвезти меня в полицейский участок и забрать мою машину. Когда мы ожидали, я пыталась объяснить ему, почему меня официально признали слепой, но тем не менее я вижу. Ведь он постоянно продолжал мне говорить: «Ты официально признана слепой и составляешь большую опасность на дороге. Как же ты ведешь машину, тем более на такой скорости?» Я пыталась ему объяснить, но он не хотел меня слушать. Тогда я решила действовать смело, но с любовью, и сказала: «Да, это факт, что я официально признана слепой. Это факт, что мое водительское удостоверение недействительно. С научной точки зрения я не могу видеть, так как мои зрительные нервы не работают в связи с болезнью. Однако, несмотря на все это, я вижу, и это благодаря Богу, который это совершает. Я попыталась объяснить ему о Божьей любви и о том, что Он совершил для меня. Вначале он вел себя так, будто это его не интересует, но затем я сказала: «Давайте я помолюсь за вас». И тут внезапно он открывает двери и просит, чтобы я села к нему в машину. Я была удивлена, почему он это делает. Затем он рассказал, что у него на всем теле опухоли. Я помолилась за него, и во время молитвы боль начала исчезать, и опухоли исчезли тоже. Тогда он решил отпустить меня. Он сказал: «Быстро садись в свою машину. Полицейская машина сейчас едет сюда, чтобы забрать тебя. Я не знаю, что я им скажу, но садись в свою машину и быстро уезжай». Я дала ему пригласительный в церковь, сказала, чтобы он пришел на собрание, оставила свой телефон, чтобы быть на связи. Я думаю, что Бог помог ему объяснить, почему мне пришлось уехать. В духовной сфере вы прежде всего верите. Это ключевой компонент к тому, чтобы увидеть, как происходит сверхъестественное. Потому что без веры угодить Богу невозможно. Я верю, что мы обязаны своим опытом отношений с Богом, церкви и современному обществу. Многие уверенно заявляют, что не нуждаются в чудесах. Зачем они мне? Просто потому, что они не получили откровения от Бога. Господь не может явить себя тем людям, которые не желают Его знать. С 9 лет эта сестра лежала в больницах. У нее было только одно легкое.
Она только что попросила для себя новое легкое, и с ее слов на нее сошел огонь, и теперь она уверенно заявляет, что Господь дал ей новое легкое. Врач осмотрел ее и подтвердил, что теперь у нее два легких. Постойте, постойте! У женщины болела голова, теперь головная боль прошла. Новое легкое, пожалуйста, Бог дал ей новое легкое. Подождите, подождите. Доктор, подойдите сюда. Почему у вас не было легкого? Как вы его потеряли? Когда мне было 9 лет, у меня обнаружили туберкулез. Вы заболели туберкулезом и потеряли легкое. Когда вы пришли сюда, что вас заставило принять чудо? Когда вы стали провозглашать слово, что-то стало жечь внутри меня. Когда я шла сюда, то чувствовала огонь. Хотя, когда я пела, меня уже начинала одолевать усталость. Это потому, что у вас одно легкое, и вы не могли свободно дышать. Что же теперь? Сейчас я могу дышать свободно. Доктор, подойдите, пожалуйста. Как вы смогли определить, что у нее образовалось легкое? Я использовал фонендоскоп и прослушал ее. Эта девочка родилась без щитовидной железы. Доктор только что осмотрел ее, и сейчас у нее есть щитовидка. Это чудо творения. Доктор, объясните это, пожалуйста. Девочка родилась без щитовидной железы. Ей делали рентген в этой стране, и щитовидки не обнаружили. Находясь здесь, она почувствовала жар в области шеи, и теперь, когда я ее касаюсь, я могу нащупать растущую железу. Господь дал ей щитовидку. Дочь, что тебе говорили врачи? Апостол, она появилась на свет с врожденным гипотиреозом. Когда ей исполнилось 4 года, врачи сказали, что она не сможет расти, что она будет карликом, что у нее не будут расти волосы. Сегодня я водила ее к лечащему эндокринологу. Он подтвердил, что щитовидная железа отсутствует. Когда ей было 3 года, путем ядерного сканирования установили, что щитовидка вообще отсутствует, что даже тот факт, что она реагировала на лечение, сам по себе является чудом. Сказали, что до конца жизни ей придется принимать лекарства. Она мне говорила: «Мамочка, я хочу исцелиться». Сегодня она пришла сюда, потому что хотела получить свое чудо. Вон там она ощутила, что ее сердце вот-вот выскочит из груди. Она сказала: «Мамочка, что-то горячее сейчас вышло у меня изо рта». Теперь у нее есть щитовидная железа. Апостол, ее ведь не было. Ее не было, и вот она есть. Мне нужны 2 врачей. Путем пальпации мы установили, что у девочки есть щитовидная железа. Мы всегда так поступаем со своими пациентами. Не будь у нее железы, мы бы никак не смогли ее прощупать. Трахея и все, что под ней, было бы гладким. Но в данном случае, если мы приподнимаем шею, то можем четко видеть холмик. Вот отсюда до сих пор. Ощупывая пальцами вот так, можно ощутить щитовидную железу. Сглотни. Сглотни еще раз. Вот, мы чувствуем ее. Доктор, подойдите сюда, потрогайте, вот она. Да, она есть. Это невозможно объяснить с точки зрения медицины. Но вы чувствуете ее? Именно. Вот она. Это бесспорно. God
Божья сверхъестественная сила никогда не прекращала существование. Она всегда была рядом, ожидая лишь возможности проявиться в нашей повседневной жизни. Иисус не пришел на землю, чтобы исполнить свою личную волю. Его разум и сердце стремились к Отцу и полагались на Него. Поэтому каждое знамение, каждое чудо, которое Он сотворил, были не Его волей, но исходили от сердца Отца, стремящегося к людям. Иисус показал своим примером, что сверхъестественное — это результат хождения с Отцом и послушания Ему. Тогда сверхъестественное проявится, и ситуации будут меняться. Но прежде чем через нас начнет проявляться сверхъестественная Божья сила, преобразиться должны мы сами. Нам нужно быть больше, чем просто верующими. Кроме того, чтобы быть учениками, мы призваны быть сынами и дочерями Божьими. А как сыновья и дочери, мы обязаны передать миру опыт хождения с Богом. Господь возвращает все к Его оригинальной форме. Сверхъестественно.